Танго из «Сумасшедшего дома», из оперы «Жизнь с идиотом». Царская осанка, точность движений – все это у Елены получается без партнера и даже без музыки. А ведь перед нами не танцовщица. Главное в жизни музыканта Яковлевой – скрипка. Жаль, что уже не сыграть на скрипке Страдивари. Последняя пара бесценных инструментов – давно музейные экспонаты. Елена шутит – сыграем о том, что дали. В руках мастера зазвучал даже видавший виды совсем непрофессиональный инструмент. Бывшая сыктывкарка сейчас живет в Норвегии. Она солистка Арктического симфонического оперного оркестра. Приехала к родителям в поселок Краснозатонский. Обнять маму, ведь это она в первый раз привела когда-то маленькую Лену на концерт виолончелиста. На афише концерта «Эмигрантский блюз» Елена в образе булгаковской Маргариты. Рядом кот-бегемот, тоже скрипач. Талант этой хрупкой женщины многогранен. Она великолепно играет на фортепиано и гитаре, сочиняет музыку. Вы знаете, мне кажется, я летаю вообще всегда. Мне кажется, я стараюсь летать, потому что я не знаю, когда меня заберут отсюда, с этой земли. Поэтому... Я стараюсь летать так, чтобы я не возвышалась. Я хочу летать так, чтобы я никому не мешала. Это из цикла «Музыка природы». Так, по мнению автора, дышит океан. Как удалось не только всему научиться, но и довести до совершенства? Елена добрыми словами вспоминает своего педагога из Затона Татьяну Журкову и рассказывает о системе погружения. Людям для... погружение в состояние нужно 10 минут примерно. И вот эти 10 минут и интенсивно мозг может работать 2 часа, просто чтобы мы все это знали, да? И вот если вы хотите интенсивно сделать работу, очень хорошо сделать работу, вам нужно именно погрузиться в эту работу. В День Республики Елена сыграет для своих земляков на площади Чапыгина, Шнитке и Вивальди и, пожалуй, позволит себе музыкальную шутку. Гора беленая, судостроительная, краснозатонские вечера. Татьяна Кинева, Андрей Иванов, Вести Коми.